колонку от Hopstar H27. Что ж, что для этого нам потребуется? Обычно плоская отвертка. Нам надо ее опустить вот сюда вот и начать поддевать. Вот. Отошло. И тут тоже отошло. Потом берем эту же отвертку и сверху то же самое делаем. Вот мы уже все защелки убрали. Сейчас надо будет... О, ну да, он тут еще может чуть держаться. Надо будет его поддеть. Ужас какой-то. Как они сложно, блин, поддеваются. Вот, там уже динамики видно. Потихоньку, но видно что-то. Вот тут еще надо вот так поддевать. Потому что очень сложно оно поддевается. Что ж такое? Это что такое? Смотрите. Я давлю на пассив, и динамики вообще еле-еле двигаются. Ну что ж. Ой, черт. Да, черт. Ну ладно. Сейчас мы его разберем. Ну что ж, давайте мы его разберем дальше. Я не знаю, насколько он нас порадует. Может, он нас не порадует. Ну что ж, давайте дальше разбирать его. Нам для этого понадобится крестовая отвертка. Максимальная громкость. Это Макс? А они двигаются, люди, смотрите. Ну что ж, давайте дальше разбирать. Вот мы уже сняли пассивки. Там так все устроено. Кстати, пассивки не были приклеены. Давайте дальше разбирать. Нам надо снять эту ножку. Вот что у нас вышло. Тут кнопки с подсветкой. Одна баночка. Сейчас узнаем, какой емкости. Вот тут динамики просто тупо вставлены. Мы посмотрели, там ничего не написано. Сейчас посмотрим, что тут за аккумулятор. Видно, он проклеен. Сейчас заново его попробуем отодрать. Тут 180 миллиампер в час, 3,7 вольта. Ну, батарея неплохая, как для такой колонки. Кстати, тут конструкция похожа на колонки GBA. И вот это вот не защищает от воды. Тут прокладки нету. Просто нету. Сейчас по поводу плат. Тут ничего интересного нет, тут только кнопки. А вот тут вот стоит плата. Усилок тут говняный, я даже не буду разбирать, потому что, смотря как тут раскачиваются эти динчики, сразу понятно, что китайцы не постарались. Ну что ж, давайте его соберем обратно.